Вы видели когда-нибудь, как выглядит жидкий снег? Примерно так. Дождь превратился в снег. Снизу еще дождь, сверху уже снег. В Питере снова Новый год. Второй день снег засыпает. А сегодня у нас 28 марта. Вот такой вот март в Питере. И сегодня у меня последняя смена. Все. Здесь все. Здесь сегодня поляну заливают. Но у меня здесь еще есть как бы работа, ну, под моим краном. Вот эту всякую опалубку собирать. Самое нелюбимое дело. Весь день с места на место ее перекладывать. Все это потом на машины складывать, перевозить. Тот кран через пару дней снимают. Потом за ним этот, где-то, наверное, через неделю, может, еще. Потом у меня есть еще работа кое-какая есть, но я уже там не буду. Я буду уже... Хотя нет, еще рано. Это в следующих сериях. А пока... Да сейчас, такая ветер, буду сейчас картинку туда-сюда катать. Спустили снизу, я взяли эту катушку. Давай, давай, на четвертый закрой. Ну, мимо. Мимо, ага. Балбес вот, блин, мимо. Ветер дует, картинку все. А ты, говорит, им катушечку с проволокой отнеси. Руками причем, катушечка-то переносится. Боже, такой прикол. О, Вира, 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 срочно, ой, срочно, срочно, Вира, срочно, Вира. Поднимаешь, смотришь, ничего нет. Такое, а там, блин, рулетку привязали. Краном рулетку подать надо. Срочно, срочно. Распогодилось немножко. Ветерок только не стихает. Ну как ветерок? 8. Тарам-тарам. Наверное, вот так сделаем. Сюда чуть-чуть и потом ловим. Давай разворачивайся. Во. Успеем. Бум. Успели. И еще раз. А, там еще станция стоит. Сильно не разгоняемся. Даю. Что-то не то собрали, покажись. Как и говорил, не то собрали. Целишься, стараешься. Они картинку не ту собирают. А там у крана вообще неудобно бетон принимать. Получается, за зданием, на вылете почти на полном, принимает бетон. Вон насос стоит, вон кран пониже, который еще с тонкой башенкой этот. И кабинка там, по-моему, даже меньше, чем у меня. Такой себе. Получается, он не видит, где принимает. Руководствуется только сигналами стропольщика. У меня тут вообще шикарно. И вылет небольшой, он 20 метров. Нужно полный. По-моему, полный, да, еще. Ну, хотя у меня 8-тонник здесь. 8 тонн-то никогда не бывает. День 2025. Заканчиваем уже. Здесь вчера собирали парапетик. По таймлапсу видели. Сегодня они сказали, вроде как парапет не собираются собирать. Будем собирать лифтовую. Шахту он уже цепляет, саму опалубку. Поставим. Получается, что последняя лифтовая здесь. Да и, в принципе, последний такой большой монтаж какой-то. Парапетики собирать так себе. Ничего сложного. Да и лифтовую здесь что ставить? Одну. Один стаканчик и две закрывашки. Вон, они уже лежат внизу. Стараемся лишний раз не раскачивать. Выпуска длинные. Арматура, в смысле, будет сейчас цепляться туда-сюда. Чуть-чуть кривая какая-нибудь. И уже будет зацеплять. Он
еще и как желе. Конструкция вся эта болтается. В смысле арматура. Благо уже все видно хорошо. Не первый этаж. Это уже последний этаж. О, попали. Теперь смотри, главное, чтобы там нигде не зацепился уголками или какими-нибудь выступающими частями арматуры. Что происходит, когда крановщик криво заливает стены? Потом за него монтажники все это разбирают. Как всегда виноват крановщик. Опять-ка, брат. Опять-ка. Пилите, Шура, пилите, они золотые. Все, ничего не понял. Кто не понял, стенку нижнюю разбирают, которая под перекрытием где-то, которую уже заливали. Сейчас ее спилят арматуру, бетон выдолбили, арматуру сейчас спилят и будем вытаскивать. А потом новую туда вязать и заливать. Что-то там с этим промахнулись. Короче, стенка ушла. С уронем. Бывает. Первый кусочек стенки поехал. Вот так выглядит залитая стеночка. Спиленная и разрубленная. Весит где-то 1,5 тонны. Где-то я это все это уже видел. Погода, бетон,
пока насос работает. Ну да ладно, это последняя полянка на этом объекте, да и в принципе последний день на этом объекте. Так что я с вами прощаюсь с этим объектом, увидимся на следующем. С вами был Алексей, до скорой встречи на высоте и пока.